Беседа 85. Тогда, наконец, он предал его им на распятие. И взяли Иисуса и повели. И неся крест свой, он вышел на место, называемое Лобное, по-еврейски Голгофа. Там распяли его и с ним двух других, по ту и по другую сторону, а посреди Иисуса. Иоанн 19:16-18. Счастье легко может обольстить и развратить людей невнимательных. Вот, например, иудеи еще вначале, пользуясь покровительством Божьим, домогались закона, по которому управляются царства языческие, и в пустыне после манны вспоминали о луке. Так точно и теперь, отказываясь от царства Христова, они провозглашают над собой царство Кесарева. Потому-то Господь и поставил над ними царя, согласно с их приговором. А что Пилат, услышав это, предал его им на распятие, крайне несправедливо. Ему следовало бы допросить, действительно ли Христос домогался присвоить себе царскую власть. А он произнес приговор единственно по страху. Чтобы он не подвергся ему, Христос наперед уже сказал: «Царство мое не от мира сего». Но он, всецело предав себя настоящему, не хотел либо мудрствовать ни о чем великом. Равным образом и сон жены его должен был поразить его. Но он ни от чего этого не образумился и не воззрел на небо, но предал Христа. Тогда иудеи возложили на него крест, уже как на осужденного. Они так гнушались этим древом, что не позволяли себе даже прикоснуться к нему. Так было и в прообразе. И Исаак нес дрова. Только тогда все было дело ограничилось намерением отца, так как то было прообразование. А теперь все исполнилось самым делом, потому что это была истина. И повели его на место, называемое Голгофа. Некоторые говорят, что здесь умер и погребен Адам, и что Иисус, водрузив знамение победы на том самом месте, где царствовала смерть. Действительно, он вышел, неся крест, как знак победы над державной смертью, и, подобно победителям, нес знамение победы на своих раменах. Что за важность, если иудеи и с другим намерением определили ему нести крест? Они распинают его даже вместе с разбойниками, но и в этом случае против воли исполняет пророчество. Так все, что они делали в поношении, служило к подтверждению истины, чтобы ты познал, как велика ее сила. Ведь его об этом издревле предсказал пророк: «И к беззаконным причтется» Исаия 53:11. Итак, дьявол хотел помрачить это событие, но не мог. Распяты были трое, но просиял один Иисус, чтобы ты познал, что все совершилось его силою. И хотя чудеса совершались в то время, когда трое пригвожденные были ко крестам, однако ж никто и ни одного из них не приписал никому другому, кроме одного Иисуса. Так бессильны оказались козни дьявола, и все обратилось на главу его. Ведь даже из тех двух разбойников один спасся. Таким образом, дьявол не только не повредил славе креста, но и немало содействовал ей, потому что обратить разбойника на кресте и ввести его в рай не меньше значит, чем потрясти камни. Пилат же написал и надпись, и поставил на кресте. Написано было: «Иисус Назарей, царь иудейский». Стих 19. Для того, чтобы с одной стороны отомстить иудеям, а с другой защитить Христа. Так как они предали его как преступника и старались подтвердить это мнение распятием его вместе с разбойниками, то чтобы никто уже впоследствии не имел права взносить на него злобных обвинений и осуждать его как какого-нибудь преступника и злодея, Пилат, заграждая уста как иудеям, так и всем, кто захотел бы осуждать его, и показывая, что они восстали против своего собственного царя, положил как бы на победном памятнике надпись, которая издает величественный голос и возвещает его победу, и провозглашает царство, хотя и не всецелое. И это Пилат объявил не на одном, но на трех языках. Так как естественно было предполагать, что между иудеями, по случаю праздника, много было иноплеменников, то чтобы ни один из них не оставался в неведении об оправдании его, Пилат возвестил о неистовстве иудеев на всех языках. Между тем иудеи завидовали и тогда, как он был распят.
Но какой мог произойти для вас вред от этой надписи? Никакого. Ведь если Христос был смертен и немощен, и должен был исчезнуть, то чего вы боитесь надписи, которая говорит, что он царь иудейский? И что они говорят? Скажи, что он сам это сказал. Потому что теперь эта надпись выражает судебный приговор и общее мнение. А если прибавлено будет, что сам сказал, в таком случае это припишется его собственной дерзости и наглости. Однако же Пилат не переменил своего решения, но остался при прежнем мнении. А через это опять устрояется немалое какое-либо дело, но событие весьма важное. В самом деле, так как древо креста зарыто было в землю, потому что никто не позаботился убрать его, частью от страха, частью от того, что верующие заняты были другими, крайне необходимыми делами, так как с другой стороны это древо впоследствии имели отыскивать, а между тем естественно, что три креста лежали вместе, то чтобы крест Господень не остался неузнанным, Господь допустил быть на нем надписи, и таким образом этот крест сделался известным всем, во-первых, от того, что он лежал посреди других, а потом у побывшей на нем надписи, потому что кресты разбойников не имели надписей. Воины разделили между собой ризы, а хитона не разделили. Смотри, как через все их худые дела исполняется пророчество. И это ведь издревле было предсказано. Псалом 21:19. Хотя распяты были трое, но предсказания пророков исполнялись только на нем. Почему в самом деле не поступили так и с одеждами других, а только с одеждами его одного? Но ты заметь точность пророчества. Пророк сказал не о том только, что они разделили, но и о том, что не разделили. И действительно, одежды они разделили, а хитона не разделили, но дело о нем предоставили жребию. Не без значения также употреблено выражение «ибо был ткан сверху» Си 23. Но одни говорят, что оно имеет смысл иносказательный и означает то, что распятый был не простой человек, но имел свыше божество. 574. Другие утверждают, что евангелист в этом случае описывает самый вид хитона. Действительно, так как в Палестине ткут одежды, сложив вместе два куска материи, то Иоанн, чтобы показать, что таков именно был хитон, говорит, ткан был сверху. А говорит он об этом, мне кажется, для того, чтобы указать на бедность одежд и на то, что Христос, как во всем прочем, так и в одежде наблюдал простоту. В то время как воины разделили между собой одежды, сам распятый поручает матерь свою ученику, научая нас всячески заботиться до последнего издыхания о наших родителях. Таким образом, когда она неблагонамеренно беспокоила его, он говорит «Что мне и тебе, жено?» 2.4. «И кто матерь моя?» Матфея 12.48. «А теперь высказывает величайшую любовь к ней, поручает ее попечению ученика, которого любил». Стих 26. Иоанн опять скрывает свое имя по скромности. Если бы он хотел хвалиться, то непременно представил бы и причину, по которой был любим, так как этой причиной, конечно, было что-нибудь великое и дивное. Но почему Христос ни о чем другом не беседует с Иоанном и не утешает его в скорби? Потому что не было времени для слов утешения. А с другой стороны, немаловажно было уже и то, что он почтен был с той великой честью и получил такую награду за свое постоянство. Но ты заметь, с каким душевным спокойствием Христос все делал в то время, когда распятый висел на кресте, с учеником беседовал о своей матери, исполнял пророчество, разбойнику подавал добрые надежды, между тем, как прежде распятия мы видим его в поте, душевном томлении и страхе. Что же это значит? Тут нет ничего непонятного, ничего неясного. Там обнаруживалась немощь естества, а здесь открывалось величие силы. С другой стороны, тем и другим Христос научает нас, что и мы, хотя и смущаемся перед наступлением бедствий, тем не менее не должны уклоняться от них, и что, выступив на подвиг, мы должны все считать легким и удобным. Итак, не будем трепетать смерти. Правда, душа по самой природе имеет любовь к жизни.
Однако ж от нас зависит или разрешить эти узы души и ослабить это стремление к жизни, или скрепить и усилить. Как мы, хотя имеем вожделение к плотскому совокуплению, тем не менее, когда любомудрствуем, ослабляем силу похоти, так точно бывает и с любовью к жизни. Как вожделение плотское Бог вложил в нас для деторождения, с тем, чтобы сохранить преемство в нашем роде, а не для того, чтобы воспрепятствовать шествованию высшим путем воздержания, так и любовь к жизни Он сеял в нас для того, чтобы отвратить нас от самоубийства, и не для того, чтобы воспретить нам презирать настоящую жизнь. Зная это, мы должны соблюдать меру и, с одной стороны, никогда не должны сами собой идти на смерть, хотя бы нас угнетали бесчисленные бедствия, а с другой, не должны уклоняться и отказываться от ней, когда нас влекут на смерть за богоугодные дела, но смело идти на смерть, предпочитая будущую жизнь настоящей. При кресте Иисуса стояла Матерь Его и сестра Матери Его, Мария Клеопова, и Мария Магдалина. Стих 25. Немощнейший пол явился тогда наиболее мужественным. Так все переменилось. Христос, поручая Матерь Свою ученику, говорит: «Се, Сын Твой». О, какой великой честью Он почтил Своего ученика! Так как Сам уже отходил, то и поручил на попечение ученику. Как мать, она, естественно, скорбела и искала покровительства, а потому Он справедливо вручает ее возлюбленному ученику и говорит: «Се, Матерь Твоя». Это Он сказал с тем, чтобы соединить их взаимной любовью. Ученик так и понял, и потому взял ее к себе. Стих 27. Это Он сказал с тем, чтобы соединить их взаимной любовью. Но почему Христос не упомянул ни о какой другой жене, хотя и другие стояли при кресте? Чтобы научить нас оказывать предпочтение своим матерям. Действительно, как в том случае, когда родители препятствуют в делах духовных, не должно и знать их. Так, напротив, когда они нисколько в том не препятствуют, им надобно воздавать все должное и предпочитать их всем другим людям за то, что они нас родили, за то, что воспитали, за то, что понесли за нас множество трудов и горя. Этим Христос заграждает уста и бесстыдству Маркионову. В самом деле, если он не родился по плоти и не имел матери, то почему он только о ней одной показывает столь великое попечение? После того, Иисус, зная, что уже все совершилось, да сбудется Писание, говорит: «Жажду». То есть, что не остается уже ничего не исполненного в плане домостроительства Божия. Так, во всех случаях Он старался показать, что смерть Его необыкновенная, потому что все зависело от власти умирающего, и смерть приступила к телу Его не прежде того, как Он Сам восхотел. А Он восхотел тогда, как все уже исполнилось. Потому-то Он и говорил: «Власть имею положить жизнь мою, и власть имею опять принять ее». 10.18. Итак, зная, что все уже исполнилось, Христос говорит: «Жажду». И в этом случае опять исполняет пророчество. «Но ты помысли о злодействе стоящих при кресте. Ведь мы хотя бы имели бесчисленное множество врагов, хотя бы испытали от них нестерпимые обиды, мы плачем от жалости, когда видим, что их умерщвляют. А враги Христа и при этом не примирились с Ним и не смягчились, смотря на Его страдания, но еще более ожесточались и увеличивали насмешки, и, поднесши уксус губою, напоили Его, так, как обыкновенно напояет преступников, для чего и была при них трость». Тут стоял сосуд полный уксуса, воины, напоив уксусом губку и наложив на иссоп, поднесли к устам его. Когда же Иисус вкусил уксуса, сказал: «Совершилось!» и, преклонив главу, предал дух. Видишь, как он все делал без смущения и со властью. Это же видно и из дальнейшего. Когда все уже совершилось, Христос преклонил главу, так как она не была пригвождена, и предал дух, то есть испустил дыхание. Обыкновенно испускает дух не после преклонения главы, но здесь было напротив. Христос преклонил главу не тогда, когда уже испустил дух, как обыкновенно бывает с нами, но тогда испустил дух, когда преклонил главу.
Всем этим евангелист показал, что он Господь всего мира. 577. Между тем иудеи, пожирающие верблюда и осаживающие комаров, Матфея 23-24, совершив столь великое злодеяние, опять выказывают особенную заботливость о дне. Но так как тогда была пятница, то иудеи, чтобы не оставить тел на кресте в субботу, ибо та суббота была день великий, просили Пилата, чтобы перебить у них голени и снять. Видишь, как могущественна истина. О чем они так ревностно стараются? Через то самое исполняется пророчество, и сбывается новое, бывшее им прежде предсказание. В самом деле, когда воины пришли, то у других перебили голени, а у Христа не перебили, но в угождение иудеям пронзили копьем ребра его, и таким образом поругались даже над мертвым его телом. Какое гнусное и отвратительное злодеяние! Но не смущайся, возлюбленная, и не унывай. Что они делали злым намерением, то самое содействовало к утверждению истины. Об этом именно и было пророчество, которое говорит: «Воззрят на него, которого пронзили». Кроме того, это злодеяние послужило основанием веры для тех, которые впоследствии имели не веровать, например, для Фомы и подобных ему. А вместе с тем тут совершилось и неизреченное таинство. Но один из воинов копьем пронзил ему ребра, и тотчас истекла кровь и вода. Стих 34. Не без значения, не случайно истекли эти источники, но потому что из того и другого составлена церковь. Это знает посвященное в таинство. Водой они возрождаются, а кровью и плотью питаются. Так отсюда получает свое начало таинство. И потому, когда ты приступаешь к страшной чаше, приступай так, как бы ты пил от самого ребра. И видевший засвидетельствовал, и истинно свидетельство его, он знает, что говорит истину, дабы вы поверили. Стих 35. То есть я не от других слышал, но сам был при том и видел, и свидетельство истинно. И это справедливо, потому что он повествует о поношении, какому подвергся Христос, а не о чем-нибудь великом и чудном, из-за чего бы ты мог заподозрить его слово. Он подробно рассказывает о случившемся, чтобы заградить уста еретикам и предвозвестить будущие таинства, созерцая заключающееся в них сокровище. При этом исполняется и другое пророчество, именно «кость его не сокрушится». Хотя это сказано было об Агнце Иудейском, но в прообразе так было наперед ради истины, и совершение это исполнилось в настоящем случае. Потому-то евангелист и представил на вид слова пророка. Так как, непрестанно указывая на собственное свое свидетельство, он мог показаться недостойным веры, то он представляет во свидетели Моисея, говоря, что и это совершилось не случайно, но уже издревле было преднаписано. Вот это именно и значит слова «кость его не сокрушится». С другой стороны, своим свидетельством он подтверждает слова пророка. Я, говорит, сказал об этом для того, чтобы вы узнали, что между прообразом и истиной находится большое сходство. Видишь, сколько он употребляет стараний, чтобы уверить в том, что кажется позорным и, по-видимому, наносит бесчестие. Подлинно, то обстоятельство, что воин поругался даже над мертвым телом, было гораздо хуже самого распятия. Однако ж я, говорит, и об этом сказал, и сказал с великим тщанием, дабы вы уверовали, поверили. Стих 35. Итак, пусть никто не отказывается веровать, пусть никто не стыдится и не причиняет через то вреда нашим делам. То, что кажется особенно позорным, то именно и составляет наше драгоценное благо. После сего Иосиф из Аримафеи, ученик Иисуса, но тайный, из страха от иудеев, просил Пилата, чтобы снять тело Иисуса, и Пилат позволил. Не из числа 12, но, может быть, из числа 70. Полагая, что, наконец, крест укротил неистовство иудеев, последователи Христовы безбоязненно приходят и заботятся о погребении. Иосиф, представ пред Пилата, просил у него позволения, и тот позволяет. Да и почему бы он мог не позволить?
В деле Иосифа принимает участие Никодим, и они совершают великолепное погребение, потому что все еще думали о Христе, как о простом человеке. Они приносят такие ароматы, которые преимущественно имели силу надолго сохранять тело и не давать ему скоро предаваться тлению. Это показывает, что они не представляли о Христе ничего великого. Тем не менее, однако ж, в этом видна их великая любовь к нему. Но почему не пришел никто из 12, ни Иоанн, ни Петр, ни другой кто из значительных? Евангелист не скрывает и этого. Быть может, кто-нибудь скажет, они боялись иудеев. Но и те, Иосиф и Никодим, также одержимы были страхом. Об Иосифе именно сказано, что он был из тайных учеников Христа. Итак, нельзя сказать, что он сделал это потому, что совершенно пренебрегал иудеями. Нет, и он боялся, и однако ж пришел. А Иоанн, хотя присутствовал при кресте и видел кончину Христову, не сделал ничего подобного. Что же это значит? Мне кажется, что Иосиф был из числа людей весьма знаменитых, как это видно из самого погребения, и что он был известен Пилату. Потому-то он и получил дозволение. И он погребает его уже не как преступника, но по обычаю иудейскому великолепно, как человека великого и славного. 579. Но как у них немного оставалось времени, смерть Христова последовала в 9 часу, и потому естественно, что пока они ходили к Пилату и пока снимали тело со Христа, наступил уже вечер, когда нельзя было заниматься работой, то они полагают его в ближайшую гробницу. Устроилось так, что Христос положен был в новом гробе, в котором никто прежде не был положен, чтобы воскресение не могло быть приписано кому-нибудь другому вместе с ним лежащему, чтобы ученики поблизости этого места легко могли прийти и быть зрителями случившегося, и чтобы свидетелями погребения были не только они, но и враги. То, что положены были печати на гробе и представлена стража из воинов, это действительно с их стороны было свидетельством погребения, так как Христос хотел, чтобы и погребение его было не менее достоверно, чем воскресение. Потому-то и ученики ревностно стараются доказать, что он действительно умер. Воскресение его имело быть подтверждаемо всем последующим временем. Между тем, если бы смерть его в то время была сокрыта и не сделалась совершенно известной, то это могло бы повредить слову о воскресении. Впрочем, не поэтому только совершилось то, что Христос был близко положен, но и для того, чтобы обнаружилась лживость молвы о похищении его тела. В первый же день недели Мария Магдалина приходит ко гробу рано, когда было еще темно, и видит, что камень отвален от гроба. 21. Христос воскрес в то время, как лежали печати и камень. Но так как надобно было, чтобы и другие совершенно убедились, то гроб после его воскресения отверзается, и таким образом это событие становится достоверным. Это именно привело в волнение и Марию. Пламенея самой нежной любовью к учителю, она, как только минула суббота, не могла оставаться в покое, но пошла в глубокое утро, желая от места получить какое-нибудь утешение. Когда она увидела это место и камень отваленный, то не вошла и не посмотрела в гроб, но побужденная сильной любовью побежала к ученикам. Она заботилась о том, чтобы как можно скорее узнать, что случилось с телом. На это именно указывает и бегство ее. Это же означает и ее слова. Бежит, приходит к Симону Петру и к другому ученику, которого любил Иисус, и говорит им: «Унесли Господа из гроба, и не знаем, где положили его». Видишь, что она еще ничего ясно не знала о воскресении, но думала, что перенесено тело, и без всякого притворства о всем объявляет ученикам. Но евангелист не отнял у этой женщины принадлежащей ей великой похвалы и не счел для себя стыдом того, что ученики от нее первой узнали о воскресении, так как она бодрствовала целую ночь. Так во всех случаях блистает истинно любивый и его нрав. Когда же она пришла и сказала об этом, ученики, выслушав ее, поспешно приходят ко гробу и видят лежащие пелены, а это было знаком воскресения.
самом деле, если бы кто перенес тело, то сделал бы это, не обнажая его. Равно как если бы кто украл его, то не стал бы заботиться о том, чтобы снять с него плат, свить его и положить в отдельном месте. Но как? Взял бы тело в том виде, в каком оно лежало. Потому-то евангелист предварительно и сказал, что при погребении Христа употреблено было много смирны, которая не хуже свинца приклеивает пелены к телу. Итак, когда ты слышишь, что головные повязки лежали отдельно, не верь тем, которые говорят, будто украдено. Вор не был бы так глуп, чтобы стал стойко заботиться о предмете совершенно излишнем. В самом деле, для чего ему было оставлять погребальные пелены? Да и как бы он мог скрыться, если бы стал делать это? Естественно, ему нужно было истратить на это много времени, а если бы он замедлил, то был бы пойман. Но для чего отдельно лежат пелены и отдельно плат свиты? Для того, чтобы ты знал, что это сделано без торопливости и без смущения, так как отдельно положено одно, и отдельно положено и свита другое. Поэтому-то ученики и поверили в воскресение. И когда впоследствии Христос является им, они уже убеждены были тем, что видели. Заметьте здесь, как далек евангелист от хвастовства, и как он свидетельствует о тщательности исследования Петрова. Сам он, предварив Петра и увидев лежащие пелены, ничего более не исследует, но удаляется. А пламенный Петр вошел внутрь гроба, рассмотрел все со тщательностью и, видев нечто более, пригласил и его посмотреть. Войдя во гроб после Петра, Иоанн увидел погребальные пелены лежащими отдельно, одни от других. А то, что они были разделены, и одни положены в одном месте, а другие свитые в другом, показывало, что это сделано кем-то с заботливостью, а не как-нибудь не в смущении. 581. И ты, когда слышишь, что Христос воскрес нагим, перестань безумно тратиться на погребение. Что в самом деле значит это излишние и бесполезные издержки? Погребающим они причиняют большой убыток, а умершему не приносят никакой пользы, если сказать правду, даже вредны. Роскошные похороны неоднократно бывали причиной разграбления могил и производили то, что погребенный некогда со всей изысканностью лежал потом ногой и без погребения. Но, о тщеславие, какую великую власть оно обнаруживает среди самого плача! До какого безумия доводит оно! Многие в отвращении грабежа раздирают тонкие погребальные пелены и наполняют их множеством ароматов, чтобы вдвойне сделать их бесполезными для похитителей. И таким образом предают земле. Не безумие ли это? Не помешательство ли это ума выказывать великолепие и в то же время уничтожать его? Нет, скажешь, мы придумаем все это для того, чтобы безопасно лежали на мертвеце. Что же? Если не возьмут их воры, то не сидят ли их моль и черви? А если не сидят моль и черви, то не истребит ли время и тление? Но положим, что ни воры, ни моль, ни черви, ни время, ни другое, что не истребит вещей, положенных в могилу. Положим, что и тело останется неповрежденным до самого воскресения, и все эти вещи сохранятся новыми, прочными и тонкими. Какая от этого польза для отшедших, когда тело восстанет нагим, а все эти вещи останутся здесь и не принесут нам никакой пользы во время будущих истязаний? Но почему же, скажешь, так было при погребении Христовом? Тебе вовсе не следует сравнивать погребение Христова с погребениями человеческими. Там было и то, что блудница излияла мира на святые ноги его. Впрочем, если и об этом надобно сказать что-нибудь, то, во-первых, это было сделано людьми, которые не знали учения о воскресении. Потому и говорится, по обычаю иудейскому погребали. 19:40. Ведь не из числа 12 были те, которые почтили Иисуса погребением-то, но то были те, которые не весьма высоко ценили его. 12 не так его почтили, но своей смертью, преданием себя на заклание и перенесением за него разных напастей. Правда, и то была честь, но гораздо ниже этой, о которой я сейчас сказал. С другой стороны, у нас, как я уже сказал, теперь речь о людях, а тогда все это сделано было для Господа.
А чтобы ты знал, что Христос нисколько не желал этого, послушай, что Он сказал. «Вы видели меня алчущим и напитали, жаждущим и напоили, нагим и одели, но нигде не сказал умершим и погребли». Я это говорю не с тем, чтобы истребить обычаи погребения, нет, но с тем, чтобы пресечь роскошь и неуместное великолепие. К этому скажешь, располагает скорбь и печаль и сострадание к умершему? Нет. Это происходит не от сострадания к умершему, но от тщеславия. Если же ты хочешь оказать соболезнование умершему, я укажу тебе иной способ погребения и научу тебя облекать его в такие одежды, которые восстанут с ним и представят его в блистательном виде. Эти одежды ни моли не истребляются, ни временем не разрушаются, ни ворами не похищаются. Какие же это одежды? Это одеяние милостыни. Эта одежда восстает вместе с умершим, потому что печать милостыни навсегда остается с ним. Этими-то одеждами будут блистать те, которые тогда услышат: «Вы напитали меня, когда я алкал». Эти одежды делают умерших славными, знаменитыми и безопасными. А одежды нынешние – ничто иное, как пища моли и трапеза червей. Это я говорю не потому, чтобы запрещал иметь попечение об умерших, но для того, чтобы вы делали это с умеренностью, прикрывали лишь тело и не предавали его земле нагим. Если и живым не следует иметь ничего больше, как только покров тела, то тем более умершим, потому что мертвое тело не столько нуждается в одеждах, сколько живое и дышащее. Пока мы живем, нам нужно одеяние и по причине холода, и для благоприличия. А коль скоро мы умерли, у нас нет этих нужд. И только для того, чтобы тело не лежало нагим, нам нужны погребальные пелены. Самое же лучшее у нас погребальные пелены – это земля, покрывало прекраснейшее и самое приличное нашему земному телу. Итак, если теперь, когда у нас столько нужд, не надобно искать ничего излишнего, но тем более неуместна пышность тогда, когда нет таких нужд. 582. Но люди, скажешь, которые увидят это, станут смеяться. Если бы и стал кто смеяться, на того, очевидно, не следует обращать большого внимания, как на человека совершенно глупого. Многие, напротив, скорее будут удивляться нам и восхвалят наше любомудрие. Не это достойно смеха, но то, что мы теперь делаем, когда плачем, рыдаем и как бы погребаем себя с умершими. Вот что достойно смеха и наказания. А любомудрие во всем этом, равно как и соблюдение умеренности в одеждах, доставляет нам венцы и похвалы. В этом случае все нас восхвалят, подивятся силе Христовой и скажут: «О, как велика сила распятого! Он убедил смертных и тленных, что смерть не есть смерть, и вот они поступают так, как будто они не умирают, но переселяются в лучшую страну. Он убедил их, что это тленное и земное тело облечется в одежду гораздо блистательнейшую, шелковых и златотканных одежд, облечется в нетление, и потому они немного заботятся о похоронах, но считают самым лучшим погребальным украшением добродетельную жизнь». Так все будут говорить о нас, когда увидят нас любомудрствующими. Если же увидят, что мы терзаемся скорбью, малодушествуем и окружаем себя хором рыдающих женщин, то будут смеяться и издеваться над нами и тысячу раз осудят нас, укоряя за безрассудную трату и напрасный труд. И мы слышим, что за это действительно все осуждают нас, и весьма справедливо. В самом деле, какое мы будем иметь извинение, когда тело наше истребляемое тлением и червями украшаем, а Христа, жаждущего, нагого и странника, презираем? Отстанем же от этой суетной заботы. Будем погребать умерших так, чтобы это полезно было и нам, и им, к славе Божией. Будем раздавать за них обильную милостыню и препровождать их с этим прекраснейшим напутствием. Если память скончавшихся знаменитых мужей защищала живых, как говорит Господь: «Защищу город сей меня ради и Давида, раба моего», 4 Царств 19:34, то тем более сделает это милостыня.
Она именно она и мертвых воскрешала, когда окружили Петра вдовицы, показывая все, что шило серно. Деяние 9.36. Итак, когда кто будет умирать, пусть родственник умирающего приготовляет для него погребальное одеяние, и пусть убеждает его перед кончиной оставить что-нибудь бедным. Пусть с этой одеждой он отойдет, пусть и Христа оставит своим наследником. Если те, которые назначают по себе наследниками царей, оставляют через то величайшей безопасности своих родных, то представь себе, какое приобретет благоволение и себе, и всем своим тот, кто вместе с детьми оставит своим наследникам и Христа. Вот прекрасное деяние для умерших. Оно полезно как остающимся в живых, так и отходящим. Если в таком виде мы будем погребены, то явимся блистательными во время воскресения. А если, заботясь о теле, перенебрежем душу, то потерпим тогда много бед и подвергнемся великому осмеянию. Немалый стыд отойти отсюда без добродетели. Не столько позорно для тела быть поверженным без погребения, сколько для души явиться тогда без добрых дел. Итак, станем одевать душу, станем убирать ее в продолжении всей нашей жизни. Если же при жизни мы не родили о ней, а образумимся, по крайней мере, при смерти, и завещаем сродникам нашим помочь нам по смерти милостынею, при таком взаимном содействии друг другу мы получим великое дерзновение по благодати и человеколюбию Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отцу со Святым Духом слава, держава, честь, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.